Всем привет! Вы на канале Настолити, меня зовут Дима. А меня зовут Яна. И недавно у меня вышел ролик про мои новинки от Hobby World, можете его посмотреть, если не видели. И там я говорю про игру Мези, о том, что я слышал огромное количество противоречивых отзывов про эту игру, и о том, что мне очень хочется в нее поиграть и составить наконец свое мнение. И вот поэтому мы решили записать для вас летсплей по игре Мези, где, собственно, сыграем партию и поделимся своим мнением. Но перед этим давай я напомню тебе правила. Значит, игра у нас идет 10 раундов. Каждый раунд мы будем открывать карточку победных целей и, собственно, за них насчитывать победные очки. Сама по себе игра — это у нас такое своеобразное 3 в ряд. У нас вот есть наше поле с животными. И в свой ход мы с тобой ходим по очереди. Первый игрок, соответственно, выбирает животное, одно для всех. Например, вот я выбираю рыб, и у меня вот есть рыба, и вот еще 3 рыбы. То есть это 3 группы рыб. Я выбираю любую группу, не обязательно самую большую, и должен этот жетон убрать со своего поля. Ну, например, я покажу на маленькой рыбке, например, я убираю ее. Все жетоны сразу же сдвигаются на пустое место, а эта рыбка у меня переворачивается и выкладывается на пустые места, как я захочу. Но в данном случае у меня может быть только ёж-ёж. Вот, то же самое делаешь ты. В принципе, мы походили, перевернули жетоны, сдвинули группы и начисляем победные очки по каждой карточке. Отыграли карточку, закрыли, открыли следующую, и вот так вот игра, собственно, идет у нас 10 раундов. В конце 5-го раунда мы будем получать дополнительно по одному победному очку за каждый черный жетон. То есть выгодно сначала перевернуть как можно больше все на черное. А в конце 10-го раунда будем получать за каждый белый жетон. Получается, первую половину игры мы хотим все перевернуть на черное, вторую половину игры перевернуть на белое. Также на некоторых жетонах у нас есть в углу такое изображение елочки. Это значит, что если мы перевернем этот жетон, тут будет ель. И эта черная ель — это как джокер. То есть она у меня будет идти в любую группу. То есть в группу к ежам, вот так вот 4 я переверну, и группу к рыбам, и группу к петухам. То есть она связывает группы и идет как джокер. Также у нас есть 5 жетонов талисманов. Они нужны нам для 3 вещей. Во-первых, в конце игры каждый жетон талисмана — это одно победное очко. Во-вторых, допустим, вот у меня здесь есть 3 ежа и вот еще 2 ежа, но между ними пустота. Но они никак не связаны. Соответственно, я могу положить, например, талисман вот сюда, чтобы связать эту группу ежей. Я уберу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жетонов. Вау. Да, это довольно много. Этот жетон я не трогаю. Ну, тайл я не трогаю, талисман потом идет из игры. Или же наоборот, вот у меня есть группа из 3 ежей, но они меня устраивают, я не хочу их трогать, поэтому я могу просто положить жетон сюда и тем самым разбить эту группу. И теперь вот эти 2 ежа мне считаются отдельными, я могу перевернуть просто его. Вот. И последнее, что можно сделать с талисманом. Например, я говорю: ежи, тебе ежи не подходят, у тебя выгодных нету. Ты можешь отдать один жетон талисмана мне, чтобы выбрать для себя другую группу. То есть, да, там, петухов, лис или что угодно другое. Также по победным целям я буду говорить, когда они будут открываться. То есть одна цель нам доступна, сразу мы ее видим. Плюс видим одну цель на следующий раунд, остальные пока для нас загадка. Если вдруг ты выполнила победную цель как-то, ну, неудачно, не очень хорошо, то можно отказаться от очков за победную цель, чтобы взять себе 2 дополнительных талисмана. Вот, в принципе, это все. Все понятно, вопросов нет. Да, все понятно, давай начинать. Тогда мы поехали. Что ж, я первый игрок, у нас первая цель, мы получаем по 2 победных очка за каждую лису, вокруг которой нету других лис. Ага. Вообще ни слева, ни справа, ни сбоку, нигде. Так, у меня таких, кстати, нету. А знаешь что? Да. У меня все лисы такие. Все лисы, а много у тебя? У меня раз, два, ну так я сейчас заставлю лис перевернуть просто и все. 5 лис, которых нету. Хорошо, я тогда называю лис, мы будем переворачивать лис. Ну, меня по понятным причинам это не устраивает. Я отдам тебе свой жетончик, чтобы так не переворачивать своих лис. Хорошо, а я положу его вот сюда, чтобы связать. А, тогда я переверну и вот эту лису. И у меня останется только... В принципе, я не против. Я просто выберу коня, чтобы не нарушить гармонию своих лис. Лисиную гармонию. Так, хорошо, я убираю 3 вот эти лисички. Все это у меня съезжает вниз. Талисман у меня уходит. Так, а это мы переворачиваем и смотрим. Так, ну жалко, что без лис. Эх, ну ладно, ну ладно. Итак, я все, ты все? Значит... Я все, да, и мне очень сильно повезло на эту цель. У меня раз, да, два, три, четыре, пять лис. Пять? Без лис вокруг. Да ладно. Это один, какое-то два, невероятное 3, везение. Я ничего не потасовывала. Ну, 10 очков со старта, да. У меня, к сожалению, таких только 2, я получаю 4. Серьезно, 5? Серьезно? Ну ты читер. Раз, два, три, 4, 5. Ну, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, играть больше нет смысла. Ладно, молодец, хорошо. Следующая цель. Мы получаем по 3 очка за каждого петуха в углу поля. А потом будем получать за один выбранный жетон в центральной...
вертикали. Итак, ты называешь животное, пожалуйста. Кстати, я поняла, что предыдущим ходом я петуха своего сдвинула из этого места, не посмотрела на следующий. Да, ну тебе и так два есть. Да, ну два у меня и так есть. Так, могу ли я как-то опустить себе петуха? Давай я скажу рыбы. Рыбы. Угу. Я переверну вот эту свою большую группу рыбок, и, возможно... О, кстати, я вижу, как я могу петуха перевернуть. Нет, я его просто вниз поставлю, но ничего с ним не сделаю. Ну, я хотя бы получу побольше черных жетончиков на будущий скорбь. Ну да, ну вообще, стой. Ладно, я убираю тогда вот эти три рыбки. Это все у меня съезжает вниз. Ну, надеюсь, на что-нибудь хорошее. Ну, на что я тут мог надеяться? Да. Что ж, ну у меня один одинокий петух. Я получаю только 3 очка за это. Раз, два, три. У меня 2 петуха. Да, ты получаешь 6 очков, это уже 16. Итак, хорошо, я хожу. Так, а подскажи мне значение этой цели, пожалуйста. Да, вот у нас есть центральная вертикаль, 5 жетонов. То есть в конце раунда ты выбираешь любое животное, и сколько у тебя тайлов с этим животным, столько победных очков ты и получишь. Угу. Единственное, что я хочу уточнить, считаются ли елки. Здесь вот в правилах удобно все написано. Так, за каждый жетон с выбранной символом в указанных позициях. Нет, елка не учитывается. Ёлка не считается. Да. Угу. Хорошо, тогда... если я найду здесь ежа, это будет прям супер хорошо для меня. Но смогу ли я его найти? Давай я выберу куриц. Я выберу куриц. Я убираю вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Я еще могу положить сюда жетон, чтобы убрать вот эту курицу. Вот так вот. Отлично. Это все у меня съезжает вниз. И смотрим, что я здесь получу. Я просто переверну вот эту вот курочку. Да, так тихо, спокойно, да? Ну, я надеялась, может быть, мне повезет, там будет еж. Этого не оказалось. Ну, так тоже неплохо. А вот мне еж, у меня еж оказался. Мне с ежом повезло побольше. У тебя 3 ежа. Да, у меня 3 ежа. Что, шанс на камбэчную получается? Ну, у меня есть 2 ежа и 2 коня. Так что не сильно от тебя пока что отстало. Ну, ты выбираешь, получается, кого? Давай я выберу ежей. Ежей. Да, ну это 6 очков, ты получаешь 22. Я тоже выбираю ежей, но у меня их 3, поэтому я получаю 9. Это, ну, немножечко сократил разрыв. Итак, здесь... Ух ты, это мы должны взять елку и, наверное, одинаковый какой-то жетон вокруг елки. Каждый игрок выбирает любой из 5 символов. Да, получите 3 победных очка за каждый жетон с выбранным символом, если по соседству с ним есть елка. Интересно. Ну, да. Подай-ка мне этот красивый жетон. Возьмем. Главного игрока. Так. Ну, у меня есть план. Хорошо, я выбираю куриц. Хорошо, я даю тебе жетон, потому что я хочу выбрать рыб. Отлично. А я своим жетоном соединяю свою группу куриц. И переворачиваю. Вот я для себя выбираю рыб. И надеюсь на ежа. Такс. Эх, нет ежа! Ай-яй-яй-яй-яй, как жаль. Как же жаль. Ладно. Так бы хорошо можно было сделать. Ну что ж, тогда у меня только 2 жетона ежа. Так. Один? Ну, у меня... У тебя один? Нет, я могу выбрать лисичек. Нет, так ты выбираешь одну елку, наверное, нет? Или смотрится каждая елка? Мне кажется, каждая елка. Каждый игрок выбирает любой из 5 символов. Получите 3 победных очка за каждый жетон с выбранным символом, если по соседству с ним. Ага. Да, ты выбираешь один символ, и мы смотрим. По соседству со всеми елочками. Да, ну, у меня всего 2 елки. А, тогда мне выгодно лис взять. Ну, я беру лис, и у меня 2 лисы рядом с елочками, да, получается. Ну, у меня 2 лисы ты берешь за это 6 очков, это 28. Но у меня 3, получается, здесь лиса, и здесь лиса. У меня 3, я получаю 9, сокращается разрыв, это 24. А, погоди, пожалуйста, у меня 3 лисы, я не заметила вот эту черную. Ай-яй-яй-яй. Еще 3 очка. Лучше бы ты ее и не замечала. Итак, последняя цель 5-го раунда. Мы получаем по 1 очку, по 2 очка за каждый черный жетон в центральном квадрате. Да, и вот здесь я могу оторваться, потому что у меня уже таких много. И после этого раунда мы получаем по 1 победному очку, в принципе, за каждый черный жетон у нас на поле.
Хорошо, называй. Отлично, я хожу, и это супер выгодная ситуация сейчас для меня. Конечно, я не очень хочу рушить центральный квадрат. Но я могу перевернуть больше жетонов, хотя, с другой стороны, мне кажется, что мне лучше просто не рисковать. Я выберу ежей. Отлично, это идеально мне подходит. Тогда я передумал. А подскажи, пожалуйста, смотри, если я положу сюда соединительный жетон, он соединит мне ежа, группу ежей с этим ежом? Да, и с елкой тоже. Конечно, конечно, и с елкой. Блин, я не посмотрел на тебя, что тебе ежи нужны. Ну ладно, ладно, ну уже выбрал и выбрал. Хорошо. Я, кстати, могу... А, нет, если я соединю вот так... Да, я... Все-таки соединю вот эту. Я рискнул. Я рискнул. Так, подождите-ка, я что-то намудрил. У меня было два ежа здесь, я не хочу переворачивать этого ежа. Так, у меня точно было два ежа здесь. А, здесь у меня, видимо, была елка. А, тогда мне даже группу соединять не надо. Блин, на самом деле мне ежи не нужны, я прям затупил. Я думал, что у меня ежи не связаны. А, они у меня связаны. Ой-ой-ой-ой-ой, как же я не заметил эту елку, и получается, что у меня ежи... Ай, совсем неплохо, я сейчас уберу кучу... Вот, блин. Ну ладно. А мы, кстати, новую цель не открыли. Я это все-таки сделаю. Рыбы в центре. Она может повлиять. Да, ну я как бы сохраняю талисман, но у меня очень плохо. Я все себе черные убрал, а все остальное вниз. Сдвинул вниз, да. У меня было так много черных в центральном квадрате, а я... ты не мог разделить их, эту группу? Которая... Мог, но в этом как будто вообще не было никакого смысла. Ну, ты как бы сам виноват, что поделаешь. Так, ладно, надо сейчас как-то хотя бы выгодно разместить. Так, вот это у меня есть лиса, пускай идет сюда к лисе. А, подожди, нам рыбы нужны потом будут в центральном квадрате, да? Угу. Ну, классно, рыба у меня только одна. Я тоже не волнуюсь. Ну, вот я тут надеюсь, что у меня их потом будет больше. Так, это я могу сделать вот так. Вот это я могу... А, ну вот, я могу, в принципе, петухов сюда сложить. И... Ну, оставить коня где-нибудь в углу. Итак, смотрим. По два победных очка. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жетонов. Но было гораздо больше. Я получаю 14 очков. Это 38. У меня... Только 5 жетончиков. 5, это 10. Очков. Это 41. Но... Да, но у меня их было гораздо больше. Так, смотри, 5-й раунд закончил, это середина игры. Теперь мы получаем одно победное очко за каждый черный жетон. У меня их 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я получаю 12 очков, это ровно 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, это 42. Угу. Так, и открываем следующую цель. Да, но пока что у нас работает вот это. Два очка за каждую рыбу в центре. И ты называешь. Так, рыба в центре у меня пока только одна. Могу ли я? Хорошо, давай я назову коней. Кони. Кони мне вообще... А, хотя, ну, подходят, но... Хотя да, я согласен с конями. Да, я согласен с конями. Ой-ой-ой, это у меня вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Так, я нашла две рыбки. Это отлично. Ну, я, конечно, рад за тебя, но сейчас посмотрим, сколько найду я рыбок. А, ну у меня максимум только два места для них, конечно. Много не найду. Так, сразу ищем рыб. Есть одна рыба, есть еще одна рыба. Ну вот я их по углам и расставлю. Так, а дальше кони, не окруженные другими конями, будут. Но это надо тоже как-то учитывать. Так, давайте, петух. А, это лиса. Это лиса, но тут уже поздно. Так, ладно, еж. Лиса и лиса. Итак, у меня целых три рыбы. У меня тоже три рыбы получилось. Ладно, это тогда тебе 6 очков и мне 6 очков. 2 очка, пока что ты впереди. Итак, я хожу, кони в центре стола. Так, а следующая наша цель, это... Посмотри, что это такое. Это цепочка, и ты тоже выбираешь какой-то символ, и ты смотришь самую длинную цепочку, притом елки, они не будут учитываться в подсчет победных очков, но они будут связывать, по-моему. Я сейчас уточню, опять же, 36.
Каждый игрок выбирает любой символ, кроме Ели, да. Наделите на своем орнаменте самую большую группу жетонов с этим символом, с учетом жетонов Ели, да. То есть ты выбираешь любой, и самая большая группа принесет тебе два победных очка. А теперь у нас кони. Да, одинокие кони. Так, ты выбираешь. Да, я выбираю, и я вот вижу, что у меня уже есть два одиноких коня. Понятно. Мне очень не хочется, конечно, перед последней целью переворачивать какую-то очень большую группу. Потому что мы прям получим за это, можем получить очень много. Но я выберу лис. Я выбираю вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Все это у меня съезжает. Так, я переворачиваю и... Ни одного коня! Ты представляешь? Вот это вы, конечно, жадины говядины. Ни одного коня. Я переверну вот этих вот лисичек с елками в надежде найти там хотя бы одного коня. И я нашла одного коня, так да, что хотя тебе бы два очка я получу. Так. Так, ну у меня есть два коня полностью не окруженных ничем, поэтому я сразу получаю за это 4 очка. А ты получаешь 2, правильно? А, да, у меня вот только этот новенький конь. А вот этот? А, этот окружен, да, этот у окружен. У меня все кони в табунах. Ну да, тогда мы сравнялись. Итак, следующую цель я уже назвал, да, мы выбираем самую большую группу и получаем по 2 победных очка за каждый жетон в этой группе с учетом елей. Да, с учетом. И следующая цель у нас будут лисы в центре. Я только что всех лис убрал, я их называл только что. Так, держи, ты ходишь. Хорошо, самая длинная группа. Ты можешь как-то попробовать сделать ее еще длиннее. Так, я вижу у себя 3 ежей здесь. И, наверное, на данный момент... Всего лишь. Это, к сожалению, самая большая. И лис переворачивать не хочется. Не потому хочется, потому что они на будущую да. цель. Хотя вот лисы мне бы сейчас и помогли. Лис не хочется. Давай я скажу... ну, у меня не будет очень длинной цепочки. Ну, я скажу петух. 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 В принципе, петух меня устраивает. Если только я не сделаю вот так... Я могу найти... А, ну здесь я найду точно одну ель, либо я могу перевернуть три вот этих. Сделаю 4 жетона. Переверну жетона. Вот этого петуха. И это еж. Это бинго. Да? Тебе повезло вот так вот с одного ежа? Да. Офигеть. Я просто его запомнила. Да, читер. Блин, у меня тяжелый выбор. Либо я переворачиваю вот этих петухов, но мне нужно эту елку оставить. Я сделаю себе 2 черных, один белый. Либо я переверну 4 жетона, но у меня целых 3 будет черных. С которым потом, возможно, будет сложно справиться. Но с другой стороны, была не была. Я, возможно, найду здесь нужных мне рыбок. Итак, есть одна рыбка. Хорошо, меня это полностью устраивает. Черт, я ее к лисичке никак не соединю. Ладно, все ради победных очков. Итак, ты выбираешь ежей, да? У тебя 1, 2, 3, 4, 5. 5 ежей. Да, это 10 очков ты получаешь. Это уже 70. А я выбираю рыб. И у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я получаю 14 очков. И я вырываюсь вперед. И следующая наша цель, это будут... Следующая у нас лисы в центре, да. А на последний раунд это будут пары ежи плюс кони. Рядом расположенные. Да, соседние, да. Mm-hmm. То есть вот сейчас нужно как-то коней не трогать, ежей не трогать, никого не трогать, чтобы и все были счастливы. И лисы в центр. Да. Каким-то образом. И напоминаю, что в последнем раунде мы еще получим по 1 победное очко за каждый белый жетон. У тебя с этим вообще все хорошо, у меня с этим вообще все плохо. Ну, пока у меня только 2 лисы в центре. У меня пока только 1, и я вообще не хочу трогать белые жетоны. Но как будто бы придется это делать. Мне сейчас нужно перевернуть как-то максимально черных жетонов. Ну ладно, из хорошего я выбираю. Я могу сейчас, конечно, рискнуть и выбрать свою самую большую группу из рыб. И я переверну очень много жетонов, но останусь без большой группы на последний раунд. Но я, наверное, так и сделаю. Все равно я выбираю рыб. Я буду переворачивать всех своих рыб. Кстати, у меня 8 рыб, а не 7, поэтому я еще 2 очка не начислил себе. Ну, я, наверное, просто переверну свою черную рыбку, заплатив жетон, чтобы не перевернуть белую рядом. Это никак не поможет в этой цели, но
немножко поможет мне на скоринге. А, нет, подожди. А, вот я восьмой не убрал, да. Вот у меня все-таки 8 рыб. 8 рыб. Так, это беленькая была черненькой. И что же я имею сейчас? Так, лисы в центре. Во-первых, сразу надо... Ой, у меня есть целых две лисы. Как же это хорошо. У меня есть целых две лисы. Я могу даже их отправить чуть ниже и связать елкой. Вот так вот. Дальше. У меня есть кони с ежами, потому что именно это нам и нужно. Так, мне нужен конь сюда, получается. Конь сюда. Мне нужен еж сюда. Еж сюда. О, как же хорошо. О, боже мой. Итак, сколько у тебя в центре лис? Ну, у меня сейчас две лисы в центре. Это 4 очка получается. Да, но у меня, к сожалению, тоже только две. Хотя мне казалось, что больше. Да, начисли мне тоже 4. Да, и смотри, так, ты выбираешь. У нас последний раунд это пары еж плюс конь. Плюс, смотри, в последнем раунде мы получаем одно победное очко за каждый белый жетон, за каждый сохраненный талисман и одно победное очко за твою самую большую группу. Mm-hmm. То есть, если у тебя там это условные ежи, то их лучше не разбивать. Я смотрю, ты уже обложил коней ежа. Я все сделал. А, кстати, мы же не посчитались. Посчитались, я же начислила нам 4 очка. А, это за лис, да, да, все, давай. Последний раунд ты выбираешь. Плюс ежи, я вижу себя раз, пару. И неужели это все? У меня их много. Мне перевернусь по максимуму черных жетонов. Мне в идеале перевернусь просто одного своего одинокого черного ежа. Но это никак мне не поможет моей цели. А переворачивать на черную сторону сейчас да, очень это, обидно да, на самом очень обидно деле. Будет, да. Поэтому давайте я нацелюсь на белые жетоны, на скоринг именно за них и скажу еж. 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 Переворачивать. Да, но мне невыгодно переворачивать да. ежей, соответственно, потому что мы же там за коней что-то получим. Я разделю вот свою группу, чтобы перевернуть только одного ежика. А я сделаю ход конем, я дам тебе один жетон, чтобы для себя выбрать лис. И начну вот с этой лисы. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Также я еще потрачу один талисман, чтобы соединить вот эти две лисы. Ну и надеюсь, я сейчас своих коней с ежами не сильно разбил. Потому что у меня прям была ситуация очень хорошая. А, ну вот этот конь уехал от ежа. Вот этот конь уехал. Хорошо. То есть одного я уже точно разбил. Но, возможно, я сейчас получу что-нибудь другое. Так, я убирал лис. Так, конь, еж, конь, еж. Я могу положить вот сюда. Есть у меня еще кони? Кони. Кони. Нету. Нет у меня больше коней. Ну и не особо хорошо я здесь нашел себе для групп, к сожалению. Ладно, поэтому я могу просто попытаться что-то соединить. Могу просто пытаться что-то соединить, ну и ставить, уже не важно как. Все равно это последний раунд, как я понял. Сильную группу я себе не сделаю. Итак, сколько у тебя таких коней? У меня только одна такая пара, одна. И это 2 очка. Ну, у меня было намного больше, но осталось 1, 2, 3, 4, 5. Так это было очень, больше. Это очень круто все равно. Да, но все равно было больше. И теперь ты получаешь одно победное очко за каждый белый жетон. У тебя 25. Все. Да, я то старалась. Есть это 51. Плюс 2 очка за жетоны талисмана. Мне 1 очко за талисман. Ну и посмотрим, догоню ли я тебя. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 черных, значит 15 обычных. И это... Догнал. На 3 очка больше. Что ж, ну вот такая вот игра. Я победил. Я молодец. Поделись своим мнением, как тебе, что понравилось. Ну, на самом деле, игра мне скорее понравилась. Она приятно играется, она очень красивая. То есть, чего стоит весь этот красно-бело-черный дизайн с мезинскими орнаментами, этот красивый жетончик главного игрока. Она не очень сложная, то есть она подойдет, если вам не хочется сильно напрягаться или думать сильно наперед. То есть впечатления у меня скорее положительные, хотя... Ну да, вот что, не, что очень... не понравилось, да, мой следующий вопрос. Вот. Иногда твой успех просто зависит от твоей удачи. Это даже в нашей партии было видно. Это, наверное, для меня какой-то самый главный минус игры, хотя все равно я с удовольствием бы сыграла еще. Ну, я, в принципе, с тобой согласен. Из плюсов я тоже отмечу, что она офигенно выглядит. И простоту, но что еще, она очень быстро играется. То есть вы за полчасика сыграете, при том, даже если вы будете играть четвером, это все равно займет полчаса, так как все игроки ходят одновременно. И... время партии от этого не будет удлиняться. Да, что касается минусов, я согласен, что немножко рандомненько, то есть ты не видишь цели, ты не можешь к этому подготовиться, например, там вот выходит, у нас где-то была цель, там, петухи на углах,
или кто где-то в начале. Да, вот, петухи на углах. Если у тебя нет ни одного петуха, то, ну, тебе сложно это сделать. Соответственно, тут повезло, не повезло. Вот, ну, в принципе, возможно, это, ну, одна из особенностей игры. Также мне не очень нравится, что вот на некоторых жетонах мы видим, что на обороте будет елка, а на остальных мы не знаем, что на обороте. И получается тоже, вот тебе, например, нужны лисы в центре, и ты переворачиваешь просто наугад в надежде, что ты найдешь какую-то лису. Конечно, наркоманы полные, как вот ты с ежом, да, наверное, могут запоминать, что у вас там на обороте ваших жетонов, но это, наверное, надо уже совсем next level play. Вот, в принципе, я давно хотел сыграть в эту игру, мне было очень интересно составить свое мнение, и на коробке прям написано, что эта игра лучшая игра для широкой аудитории, по мнению экспертов с Граникона в 2022 году. Вот, и в принципе, я могу с этим согласиться. То есть игра абсолютно на... Ну, практически она может подойти любым игрокам, на супер широкую аудиторию, но именно из-за этого у нее и такие противоречивые отзывы, потому что очень много людей в нее играют, соответственно, мнения будут разделены, очень, ну, многим она будет нравиться, многим она не понравится. Вот, в принципе... Мне она скорее понравилась, хотя, опять же, да, это не, ну, я люблю абстракты, но это не тот абстракт, который я бы играл прям часто. Но мне кажется, вот, ну, новичку показать это прям вот, ну, прикольно будет. Да, а людям, которые любят просчитывать наперед. Да, и вот я и хотел следующее сказать, что вот, ну, могу ли я рекомендовать эту игру? Я понимаю, что, ну, в принципе, здесь однозначно ответа у меня нету. Эта игра явно не для вот именно любителей просчета, да, любителей планирования или для каких-то любителей сложных мозголомных абстрактов. То есть вообще, ну, к этой игре серьезно относиться нельзя вот за счет рандома. То есть, ну, ты просто вот лайтово получаешь удовольствие, что-то переворачиваешь жетончики. Вот, но поэтому да, вот если вы любите просчет, любите какие-то жесткие игры с планированием на несколько ходов, это точно игра не для вас. Но даже если вам просто нравится ее дизайн, ее оформление, я бы все равно рекомендовал сначала сыграть в эту игру, потому что я уверен, что во многих магазинах хоббиков есть игротеки, уверен, в каждой их игротеке будет эта игра. Вот, поэтому лучше прийти, поиграть и составить свое мнение. Вот. Однако, опять же, хейта вокруг этой игры я не понимаю. Вполне неплохо, имеет место быть. В принципе, ей выглядит шикарно, вполне оставлю у себя коллекцию. Что-нибудь еще? Наверное, это все и сказал. Я, в принципе, с твоим мнением согласна, да. Ну, частично похоже, я и за тобой повторил. Ну да, я думаю, сильные стороны сразу очевидны, как и, собственно, вот минусы с рандомностью. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? В принципе, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы уже играли в Мезень, обязательно напишите в комментариях свое мнение. Мне будет очень интересно почитать, насколько оно у нас с вами совпало или не совпало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно. Ну и, конечно же, играйте в хорошие игры. И до новых встреч!